Продолжает свою работу Ташкентская текстильная неделя. В ее рамках ведутся деловые встречи и переговоры, знакомство с развитием текстильной отрасли нашей страны, выставки и показы мод. О втором дне работы экспозиции «Усть-Текстайл-Экспо Осень-22» материал программы. Важной особенностью выставки является то, что впервые в истории ее проведения Усть-Текстайл-Экспо проходит второй раз в течение года с приставкой «Осень», как принято в других крупных текстильных державах, демонстрируя сезонные новинки и технологии, актуальные тренды в производстве одежды и текстильной продукции. Сегодня второй день. У нас есть переговоры, заказы. И также из Армении заказы есть. В данный момент сутки 60 тонн производим трикотажное полотно. Также мы открыли в Таджикистане предельный фабрик Худжанты. Прошлый месяц открыли Польш склад и также Италия, город Прато. Данный сейчас есть у нас заявка, заказы из Польши. Спрос большой. Пятая юбилейная международная выставка «Усть-Текстайл-Экспо Осень-2022» проходит в рамках Ташкентской текстильной недели. И это цепочка событий, направленных на развитие отрасли. В широком ассортименте экспоненты представляют продукцию из узбекского хлопка, пряжу, ткани, трикотажные полотна, одежду, домашний текстиль и многое другое. До 2016 года у нас работало 480 человек. И начиная с 2016-2017 году мы развились при поддержке государства. Сейчас у нас 6 компаний и работает больше 4000 человек. Мы очень рады видеть наших старых друзей, партнеров. Очень много новых клиентов появилось. Приехали партнеры новой компании из Турции, с Кореи, с других рынков. Вот за вот вчерашний и сегодняшний день Польша, Болгария и Турция частично. С ними установили, вот переговоры вчера прошли. И приблизительно сейчас на 680 тысяч долларов по поставке пряжи. Это та площадка, где встречаются профессионалы сферы, предприниматели, руководители ведущих компаний из различных стран, которые заключают экспортные контракты на миллионы долларов и всегда держат руку на пульсе новых технологий и модных тенденций. Такие выставки дают нам возможность представить свой потенциал и увидеть, что выводят на рынок наши партнеры. Мы сами производители пряжи, и нам интересен сектор сельского хозяйства и текстильная промышленность. Мы видим развитие в этих направлениях в Узбекистане. Также выставку посещают компании-закупщики для проведения переговоров с узбекскими производителями по импорту текстильной продукции и сырья из Узбекистана. Усть-Текстайл-Экспо Осень-2022 продолжает свою работу.